Прошла фотосессия, налюбовались одной горой, второй горой, посидели на снежочке, все понравилось. Ребята угостили пиццей, и довольные, и сытые спускаемся вниз. А внизу нас ждет группа, и мы идем на обед. Красота неописуемая. Остается только любоваться и молчать. Дороги. На обратном пути вас могут поснимать. А где наша фотография-то? Покажите. Какая там фотография наша? Видите? Нашу фотографию покажите. Вот, на память. 400 рублей, пожалуйста. Ой, извини. Одна фотография 400 рублей. Да, а мне, пожалуйста, чай ваш любимый. Да, это вот. Ага. Да, а мне, пожалуйста, чай с травками. Все, ой, девочки, спасибо. Салат ваш. Спасибо. Какое все красивое. Так, приятного аппетита, девчонки. Лагман вылился. Так, это у нас лагман. Посмотрите, моя хорошая. Какой насыщенный салатик. И еще будет второе. Еще одна остановка. Рок изобилия называется. Смотрите. Какой рог висит. Скорее всего, видал спать. Антон.
наши фотографируются, снимают. Ну, а мы дальше продолжаем путь. Чё? Ой, сколько мужчин! Ой, сколько мужчин! Ты будешь здесь? Снимаешь? Тебя нет, я тут вот снимаю. Вообще снимаешь? Идем, идем, сейчас поснимаю. Девчонки наши. Ну давай, ныряй. Все, все, проходите. Спасибо. Ой. Какой карманчик? Пожалуйста. О, смотри, Витёк заходит нормально. А, я вижу на территории 3 бассейна. Вот бассейн, который я сейчас зашла. Горячая вода. Градусов 40 на 38. Вот как вот малышей купают. Очень скользко было. Ходить неудобно. И неприятный запах был. Дальше, где очень много мужчин, там еще горячее была вода. Ну, а маленький третий бассейн с холодной водой. Прям ледяная-ледяная, как в прорубь. Зимой прыгаешь, вот такая вода была. Вот около часа плавали, купались, ныряли. За час одного человека 500 рублей. Ох, какая горячая. Сейчас будем пробовать. А это бассейн вот небольшой. Очень холодной водой. Вот три раза я окунулась и сразу вышла, потому что вода была ледяная. Я ее сравнила с нашим морем, когда мы ходим на крещение. Вот такая холодная вода, когда приходишь на крещение, три раза только можешь окунуться, и все, и больше не хватает сил, потому что очень холодно. Всем привет, друзья! Привет из Северной Осетии. Наше путешествие подходит к завершению. Вот сейчас мы были в бассейнах. Группа почти вся уже вышла, пошли фотографироваться. И мы отправляемся домой.
будем развозить людей. Анапа, Краснодар, Новороссийск. Кому интересно путешествие, смотрите на моем канале. Кто любит горы, можно ехать смело в Осетию и в Северной Осетии. Вы получите миллион удовольствий. Подождите, я тоже. Я не буду повторять. Какой квест мы прошли, я задавала несколько вопросов. Но тогда у меня будет вам предложение. Сейчас победитель получает бутылку. И вы, пожалуйста, оставьте свои комментарии или отзывы о нашей поездке. Обязательно. Прямо сейчас каждый что-нибудь скажет. Держите победителю, передаем. Ура! Но в нашей команде есть именинница. Вот эта девушка. Мы тебя поздравляем, желаем всего прекрасного. Как сказал великий Лайма. Так, ну-ка поправляйте меня. Лайма. Он сказал, что надо хоть один раз в году быть там, где ты никогда не был, чтобы у тебя сбывались мечты. Обязательно путешествовала. Привет, нас подарок. Прям подарки. И если будут какие-то вопросы, чуть-чуть попозже я отвечу. А сейчас, пожалуйста, каждый из вас два слова. Понравилась ли поездка? Сказать какие-то теплые слова и замечания. Мы будем обязательно все это снимать и потом выложим директору и покажем. Ага. Если что-то не понравилось, есть замечания, говорите. Как вы хотите? Ой, нет, корова. Так, вот. Коробки, ага, они сами себе. Так, осторожно. Они здесь, да. Что бы вы хотели, чтобы изменилось в этой поездке? Что вам понравилось, что не понравилось? Понравился ли маршрут? По питанию были вопросы? Вот каждый из вас может сказать два слова. Пожалуйста. Что-то, что тебе понравилось, все нормально. Кроме вчерашнего питания. Кроме вчерашнего питания. Да, ну, это тоже замечательно. Все понятно. Шут хороший, это чудесное. В целом довольно. Хорошо, тогда не дотянется, если дотянется, пожалуйста, в пару слов. Да, все хорошо, давай. Не передам. Шнур короткий. Давайте каждый два слова. Ребят, вы поддерживаете. Все да? Хорошо, мы поддерживаем. Изумительно, восхитительно. Ну да, как вот девушка сказала насчет питания немножко. Вот. А так вообще впечатление. Оксана, говорите вы теперь. Все отлично, все понравилось. Организация труда. Организация хорошо. Труда великолепна. Вот мы хотим более. Нам очень вообще все понравилось. Прям великолепно. По питанию, да? Да, единственный вопрос. Первый день вот по питанию. Так, Галенка там ничего не хочет сказать? Я счастлива. Всем спасибо. Танечка, тебе спасибо. Ребята, ваша семья, пожалуйста. Да, мы ехали за одним, да, получили намного больше, намного. Больше, чем планировали. Очень довольны. Все хорошо. Спасибо всем. Спасибо вам. Держим. Да. Все, спасибо, Танечка.